Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию прохождение замечательнейшей игрушки Dungeon Siege, или на нашем родном русском языке «Осада подземелья». Это компьютерная игра в жанре партийной экшен-РПГ, разработанная Gasporet Games и вышедшая в апреле 2002 года. Только вдумайтесь, друзья, 16 лет назад. Действие этой игры происходит в псевдо-средневековом королевстве Эйп. Эта игра также отличается замечательнейшей музыкой, которую написал Джереми Соул. В 2003 году вышло дополнение к этой игре под названием «Легенды о Ранне». В 2005 выходит сиквел Dungeon Siege 2, в 2011 выходит Dungeon Siege 3. Но этот аддон и эти продолжения игры мне не интересны, поскольку не имеют, на мой взгляд, крайне субъективный, но все же мой, даже и 1/10 доли той атмосферности, которая обладает оригинальная игра Dungeon Siege. Поэтому на моем канале будет прохождение только ее и больше никаких других из этой серии. Ну, собственно, что? Давайте перейдем к делу. Итак, пол выставим соответствующий. Голова. Ну, тут, видите, сильно не разбежишься при создании персонажа, но, тем не менее, какой-никакой выбор есть. Так. Ну, или так получается, или так. Ну, значит, вот так. Кожа. Сделаем его побледнее. А я буду отыгрывать, кстати, роль мага. Но здесь сейчас не выбирается класс персонажа, это все делается в игре. И я вам все предельно ясно попытаюсь рассказать уже в процессе. Так, нет, усы нам не нужны. Хотел седым быть, но видите, к этим седам вот такие страшные усы добавляются. Страшно смешные, поэтому придется что-то другое выбрать. Наверное, вот все-таки будем брюнетом. Да, придется вот такую себе рожу выбрать. Так, ну куртка и штаны не имеют никакого значения, поскольку мы совершенно быстро обзаведемся броней, и их видать не будет. Ну, в принципе, меня все устраивает. Имя главного героя выбрано, и мы начинаем наше путешествие. Играя в оригинальную игру, которая называется «Королевство Эйп». Стандартная кампания для одного игрока. Можно играть как в одиночку, так и в команде. Играем, но нормальной уровне сложности. Враги средней силы. Ты можешь изменить его в любое время через меню опции. Нет, я это делать не буду. Когда-то, давным-давно, на континенте Аранна некогда огромная империя звезд пала. Распавшись из-за ее легионов, не поделивших власть, а также из-за древнего зла. Но в 10-м легионе остались преданные погибающей империи люди. Они ушли далеко на запад, туда, где находились земли Эйп, стремясь сохранить то, что осталось от некогда могучей империи. Здесь, среди скалистых гор и зеленых лугов, они основали свое королевство, которое назвали Эйп. В этом королевстве мир продолжался в течение 300 лет, но за это пришлось заплатить. Мало кто теперь помнит то зло, что противостояло им в начале. Мало кто помнит, как люди пытались спастись с помощью колдовства. И никто не мог и предположить, что между местью из прошлого и будущей судьбой королевства встанет скромный фермер. Краги атакуют. Мне не удалось держать их. Вы были мне хорошим другом, но теперь вы ничем уже не поможете старому Норику. Идите в Стоунбридж, найдите Гьорна. Если краги предали нас еще где-то, то ваша храбрость может помочь королю. Идите же.
Итак, друзья, в дневник добавлено новое задание. Глава 1. Стоунбридж. Читаем дневник. Найти друга Норика Гьорна в городе Стоунбридж. Сейчас мы туда отправимся, но для начала давайте посмотрим, где мы тут жили и как у нас вообще тут все было устроено, что мы потеряли из-за этого нашествия. Так, будем читать очень внимательно все подсказки, потому что в игре очень много, знаете ли, нюансов. Это на первый взгляд она кажется очень простой. Книга путешественника. Используйте мышь для перемещения и использование предметов. Щелкнув предмет, вы используете его, а щелкнув землю, перейдете туда. Когда вы подведете курсор к какому-либо объекту, внизу экрана появится краткое его описание. Возможное действие также появится там. Чтобы изменить точку обзора, подведите курсор к краю экрана. Если открыть книгу путешественника, то игра будет приостановлена. Когда вы будете готовы, нажмите кнопку «Продолжить». Вы также можете в любой момент посмотреть подсказки, нажав клавишу F12. И это подсказка первая из 14. Мы их все внимательно прочтем. Друзья, как видите, я играю в разрешении Full HD. Еле-еле нашел я современный репак этой игры. У меня получилось сказать репак, да? Какой кошмар. Но, тем не менее, я это сделал. И теперь мы можем насладиться старенькой игрушкой в современном разрешении. Да, вот такие у нас были здесь поля. Такие у нас здесь были плантации. Но сейчас это все мне придется покинуть, потому что на нас напали. Здесь у нас сельхозорудия, лопата и грабли. Вряд ли они мне пригодятся, потому что у нас есть, в принципе, у нас нож. Скорость атаки выше средней, урон от 2 до 4 наносит. Среднее повреждение за 10 секунд наносит 36. Но, как я уже говорил, мы здесь будем играть за мага. Ну что, наверное, пока не началась махач. Так, здесь у нас что? Тупые вилы. Нет, зачем же мне тупые вилы? Хотя известно, конечно, что вилами можно убить даже ведьмака. Но мы пока этим заниматься не будем. Так, здесь у нас есть золотишко. Кстати, друзья, в этой игре золото имеет необычайную ценность. Его здесь никогда много не бывает, даже под самый конец игры. Потому что вещи стоят очень дорого, а вещи действительно у торговцев стоящие. Поэтому мы будем все золото собирать. Так, друзья, сейчас мы разберемся с захватчиками. И будем продолжать игру. Так, ну пока у нас нет нужного мне заклинания, поэтому я работаю ножом. А вот сейчас давайте мы нажмем на паузу. Здесь пауза может быть нажата в любой момент игры. Она очень удобна, находится на пробеле. И во время паузы мы вполне можем копаться в инвентаре и распределять заклинания. Итак, друзья, по прокачке. Здесь очень такая необычная система прокачки, которая, кстати, также используется в играх серии TES. Но вот там она мне не нравится, а здесь она мне очень даже заходит. Смысл прокачки в том, что здесь она качается от применения. От применения оружия ближнего боя, луков или магии, которая здесь делится на природную и боевую. Магия атакующая, соответственно, качается, когда мы попадаем по врагам, либо также качается, если мы применяем не атакующие виды магии, как то лечение, всякие бафы и т.п. Итак, друзья, три параметра у нас. Это, во-первых, сила. Увеличивает урон от оружия ближнего боя. Ловкость увеличивает точность стрельбы и уровень брони. И ум, который увеличивает количество маны. Сейчас, видите, у нас все по 10. А также навыки, которые точно так же качаются, как и наши параметры, от применения соответствующих видов оружия. Это ближний бой. Полоса показывает количество дослеживающего урона стрелкового оружия. Да, по мере использование вот этого вида оружия, здесь будет такая полоса, которая будет показывать, сколько нам осталось до следующего уровня. Но нам интересно, что же дает ближний бой. Умение ближнего боя увеличивается, когда ты будешь использовать мечи, топоры и молоты. Умение стрельбы будет увеличиваться, когда ты будешь использовать луки и арбалеты.
природная магия будет увеличиваться, когда используешь заклинание природной магии, ну и боевая магия, соответственно, при использовании боевой магии. Так, здесь у нас урон в ближнем бою, урон при стрельбе и уровень брони 9. И вот, друзья, у нас ответ совершенно странно. Есть книга магии. Я совершенно в шоке, как у простого фермера может оказаться книга магии. Более того, он уже сразу приспособлен использовать заклинания. Итак, друзья, как я уже говорил, я буду играть за мага и за мага природы, потому что у мага природы есть очень интересные заклинания, которые позволяют исцелять. Вот они мне больше всего нравятся, поскольку игра партийная РПГшка. Ну как, опять-таки, все здесь на наше усмотрение. Мы можем отказаться от всех предложений, которые нам поступят в течение игры, о предложении союзничества и от предложений странствовать вместе, и можем гордо ходить одним персонажем. Но, во-первых, это не очень интересно, а во-вторых, довольно-таки сложно. Хотя есть умельцы, которые действительно всю игру проходили одним персонажем. Это, конечно же, воин ближнего боя, но на пассивке у него всегда тоже была природная магия. Он обязательно на себя накладывал бафы защиты, но также исцелял себя. Итак, поэтому что у нас мы хотим играть за природного мага. Господи, да что ж я заговариваюсь. Мы в самый первый слот активный ставим. Единственное, пока нам доступное магическое заклинание, это молния. Молния, природная магия, выпускает цель, небольшой электрический разряд, наносит урон от 2 до 4. Среднее повреждение за 10 секунд составляет 30 единиц. Дальность 8, затрата маны 1. Если мы получим следующий уровень, то, соответственно, урон возрастет и станет от 4 до 7, а цена... Ну, в общем, цена продажи 5, это нам не интересно. Вот у нас есть также и боевая магия. Мы ее поместим также в книгу заклинаний, чтобы она у нас не отнимала места в инвентаре. Но, видите, всегда можно это дело вернуть обратно. Но использовать мы ее не будем, потому как я повторюсь, что мы используем, то у нас и будет качаться. А мы заинтересованы качать только природную магию. Но вот для сравнения давайте просто посмотрим. Итак... Это у нас огненный выстрел, боевая магия. Видите, урон от 5 до 7. Больше, чем природная, от 2 до 4, практически в 2 раза. За 10 секунд. А вот за 10 секунд 32 урона, а здесь 30. То есть мы должны сделать вывод, что молния быстрее кастуется. Дальность побольше, чем у молнии. Молнии 8, здесь 10. Затрата маны зато тоже больше. Здесь 2 единицы, а у нас... единица. Ну и стоит подороже. Так, мана у нас 30, то есть мы можем скастовать 30 молний. Но здесь, в принципе, авторегены маны и здоровья. Не очень большой, но тем не менее. Так, что нам тут выпало? Дубина от 3 до 5 наносит урон. Побольше будет, чем меч, чем этот кинжальчик. И также побольше места в инвентаре занимает, поэтому возьмем ее с собой. И у нас уже имеются сапожки. Но сапожки беспонтовые, видите, защита 0. Это дело на продажу мы положим. Так, и видите, у нас мы можем использовать ближнее оружие. Здесь первый слот, второй слот для стрелкового и два слота для магии. Выбираем магию, отжимаем паузу. В принципе, мы готовы. Сволочи, убили корову и подпалили хату. Враги сожгли родную хату. Вот мы находим крестьянский лук. Сразу его поместим, чтобы он тоже место в инвентаре не занимал, от 3 до 6 он урона наносит. Непонятно, чем этот, кем являлся для нас этот человек. Он не был нам родственником, как он сказал, что мы были ему хорошим другом. Ну, может, мы были, не знаю, просто у него как бы в услужении, может, типа крепостным крестьянином. Здесь персонаж атакует сам, но это не значит, что его не надо, так сказать, контролировать. Потому что иногда он тупит, не видит врагов. Иногда достаточно поздно на них начинает реагировать. А иногда можно сделать так, чтобы избежать лишних ударов. Так, находим зелье маны и костяная дубина. По-моему, она будет получше, чем той, что у нас есть. А, от 2 до 3, от 3 до 5. Нет, не лучше. Так, друзья, еще хочу рассказать, чем мне нравится эта игра. Сейчас вот добью эту пачку.
Для многих это кажется мелочью, но мне и той мелочью, которая была присуща играм в начале 2000-х годов, но мне это кажется очень и очень важным условием. Во-первых, у этой игры есть стандартное сохранение. В любом месте, в любое время мы можем сохранить игру. Видите, игра успешно сохранена. Это очень большой плюс. Я вам хочу сказать, что вот даже, скажем, в Diablo, в той же... не помню, как в первой, но во второй точно. Так вот, в Diablo не было сохранения. Там была опция только сохранить и выйти игру. Так что это огромный положительный момент в этой игре. И второй положительный момент. Здесь монстры не респавнятся. То есть всех, кого мы убили, они никогда больше не вернутся в жизни. Никто не отреспавнится, и местность, которую мы зачистили, будет оставаться пустой. Итак, у нас очередная подсказка. Когда уровень вашего здоровья становится ниже 1/3, портрет вашего персонажа мигает желтым, чтобы предупредить вас. Вы можете быстро восстановить здоровье и ману, выпив необходимое зелье, если оно у вас есть. Для этого нажмите соответствующие кнопки. Если я не ошибаюсь... H на здоровье, потому что health, и M на ману, ну, потому что, блин, мана. Так, и о том, о чем уже я вам рассказал, вы можете в любой момент остановить игру, нажав кнопку пауза. При включенной паузе можем раздавать приказы, например, пить зелье. Отлично. Так, здесь больше врагов нету. То, что враги не появляются, означает, что здесь уровень развития персонажа ограничен. И вот опять-таки, это как бы большой вопрос. Ну, еще автосейв здесь есть, очень удобно. Большой вопрос для тех, кто как привык играть. Потому что, соответственно, когда мы берем партию с собой, какого-то компаньона или компаньонов, то весь опыт... Который, я напоминаю, происходит в основном из-за ударов либо каста, либо стрельбы по монстрам. Но только незначительно при касте на себя бафов там или лечения. Но это сильно, ты там уровень не поднимешься. То есть основной кач идет персонажа за счет именно наносимого урона по монстрам. То есть, соответственно, берете персонажа, уровень делите пополам. Берете еще под персонажа на троих. Вот это большой вопрос, как действовать. Но все-таки, я повторюсь, я буду играть в партии. Партия может заключать в себе до 8 персонажей. Всех 8, конечно, я брать не буду. Но несколько возьму. Может 4, может больше. Поживем, увидим. Итак, у нас очередная подсказка. Чтобы изменить точку обзора, подведите курсор к краю экрана. Если поднести курсор к левому правому краю экрана, то точка обзора переместится в сторону. Если поднести курсор к верхнему или нижнему краю экрана, точка обзора переместится по высоте. Вы можете управлять углом обзора, нажимая клавиши курсора. Вы можете уменьшать или увеличивать масштаб, нажимая клавиши плюс или минус, или вращая колесико мышки. Да, камера здесь абсолютно... Абсолютно поворачивается в любые стороны. И это было действительно очень круто для того времени. Ну, в принципе, я что вам хочу сказать, что игра для 2002 года была очень графонистая. Она сейчас выглядит довольно неплохо. В принципе, мне хватает этого, чтобы погружаться в атмосферу 2018 году. Вот кроме шуток, я не шучу. Действительно, все здорово. И, видите, деревья шевелятся, и кусты шевелятся, когда из них там монстры выходят. Можно зажимать также клавишу D, чтобы крутить камеру, или колесо мыши. Очень удобно. Ну вот, вот такая вот огромная пропасть, через которую идет этот мост. Ладно, пошли дальше, а то, видите, персонаж, по-моему, мокнет здесь под дождем. Сложил руки на груди. Это либо жест закрытости, как говорят психологи, но мне кажется, это просто тупо он замерз. Как видите, здесь есть атмосферные явления, которые также весьма здорово и атмосферно выглядят. И у нас увеличение уровня магии природы. Также есть клавиша Z, которая позволяет собирать все выпавшие предметы в поле зрения игрока. Врагов здесь очень много. И меня всегда, знаете, немного смущало это. Потому что я представлял себе так, ну... Вот какая-то армия нападает на нас. И
Они должны же группироваться, ну, там, по деревням и целыми отрядами. А здесь вот армия растянута по всему королевству Эйп по несколько человек. Ну, иногда, конечно, нас будут нападать много. До десятка. Итак, друзья, почему я нажал паузу? Потому что мы получили доспехи. Рваные, правда, но защита 3 уже что-то. И нас уровень брони уже 12. А вот эта вот девятка, которая здесь чистая, да, это, судя по всему, именно уровень брони самого персонажа. А, по-моему, он зависит от ловкости, видите, как здесь написано. Кстати, видите, сила и ловкость тоже качаются, но не так быстро, как ум. Не знаю, от чего зависит это, насколько быстро качается сила и ловкость, но тем не менее. Еще одну вещь хотел вам сказать про вот эти колбочки. Видите, написано, что эта колбочка восстанавливает жизнь на 200 единиц. А у нас здоровье 49. Так вот, если отпивать от колбочек, можно отпивать. То есть мы пьем, но мы не используем сразу всю колбу. Мы используем ровно столько здоровья, сколько нам надо. Это также касается и колбочек с манной. Также колбочки можно переливать. Если у нас там две полупустые колбочки, можем объединить в одну для экономии места. Вот так необычно и очень интересно все придумано и сделано. Кстати, в 2002 году, поскольку я говорил, что игра выглядела очень красиво для того времени, было очень модным делать скриншоты с этой игры. Например, вот такой, делаем паузу и вот так вот... Крутим камеру вокруг персонажа. Действительно, очень здорово было. Так, можно и отходить, чтобы лишний урон не получать. Благо, тут персонажи иногда ведут себя странно. Иногда они бегут на тебя, иногда от тебя. Уж не знаю, чего это зависит. Сейчас я сошел немного с дороги. Во-первых, мы здесь наберем опыта, а во-вторых... Здесь игра славится тем, что очень много имеет секретов, для которых именно и надо уходить с дороги. Здесь есть куча пещер, которые необходимо обследовать. В пещерах может быть сундуки, золото и всякие интересные предметы. Предметы в игре также здесь не рандомные. Вообще вся игра не рандомная. И это то, что я обожаю вообще в играх. И то, что в последнее время вы, ну, не найдете практически никогда. Так, кто тут сказал? Вот так вот лучше не бегать, друзья, по карте, как я сейчас делаю, потому что соберете большой пак монстров за собой. А это чревато всегда. Так, да кто тут хреначит меня? Благо, герой сам разобрался. И героя еще можно управлять. Допустим, в сражении... Можно выставить три опции. Это двигаться свободно, персонаж ищет врага где угодно. Участие, то, что у нас сейчас выставлено, персонаж всегда на чеку. И пассивный, персонаж стоит на месте. Также свободная атака, персонаж атакует любого врага, это выставлено у меня. Персонаж не атакует, он только защищается. Но это можно огрести здорово. И запрет атаки. Персонаж не атакует, даже если такого. Но мне это кажется вообще глупо. Даже не знаю, для чего это сделано. Также команды нападения. Ближайшая цель. Персонаж атакует ближайшего врага. Сильнейшая цель. Персонаж атакует ближайшего сильнейшего врага. Самого сильного. И слабейшая цель. Персонаж атакует самого слабого врага. Ну, мы пока будем атаковать самого ближайшего, а потом посмотрим. Может, что-то придется изменить в нашей тактике. Так, а песик-то посильнее будет. Вот этих вот крагенов, которые нам до сих пор попадались. Ну, давайте выпьем зелье. Вот так вот это происходит. Все анимировано, то есть не мгновенно. Какое-то время тратится. И мы видим, что мы отбили из колбочки. Вот она, видите, 169. Так что нам пить и пить. Опа, друзья, видите? Могли пропустить, если бы мы сюда не сходили. У нас тут имеется сундучок. Видите, иногда сундуки бывают пустые. А иногда еще и в них бывают ловушки. Ну там всякие ядовитые, огненные. Или стрела вылетает. Не то чтобы они прям сумасшедший урон наносят, но все равно крайне неприятно.
Так, чтобы открыть свой инвентарь, чтобы выбрать используемое оружие или заклинание, нажмите клавишу «Инвентарь» рядом с портретом вашего персонажа или нажмите на клавишу «И». Чтобы переместить вещь между панелью инвентаря и используемое оружие, щелкните вещи и, удерживая кнопку мыши, переместите ее. Вы можете добавлять, перенося заклинания в книгу заклинаний, чтобы подготовить их к чтению. Чтобы переключиться между различными типами оружия и заклинаний, используйте соответствующие значки на панели оружия рядом с портретом персонажа или нажмите на Q. Также можно использовать цифры, то есть 1, 2, 3, 4. Так, кстати, и друзья, у нас же увеличился уровень прокачки природной магии до единички, и теперь молния носа носит от 4 до 7. То есть, ну, практически сравнялась с огненным выстрелом. Но при этом она по-прежнему использует одну ману. Так что это круто. Так, опять песик. Давайте здесь немножечко поконтролим, чтобы он опять нас не покусал. Очень неприятная личность. Так, здесь у нас домик. А это... новые какие-то водные твари. В домик обязательно пойдем, но для начала, мне кажется, неплохо бы было обойти озерцо. Вот тут зайчик у нас прыгает, попрыгачек. Намного быстрее стали ложиться наши противники, обратите внимание, после прокачки навыка на единичку. То ли еще будет. Хотя все-таки надо признать, что магия природы послабее будет боевой магии, но оно и понятно, в принципе, следует из названия. Так, по воде мы можем ходить? Да, вполне можем ходить по воде. Так, ух ты. Персонаж, в принципе, пока сам неплохо справляется, я ему даже не указываю, кого атаковать. Сам соображает. Ну вот тут затупил. Вот собачка, да. Достаточно сильно кусается. Так, и очередная подсказка. Чтобы увидеть карту местности, нажмите кнопку «Карта». Используйте управление точкой обзора, клавиши курсора плюс и минус, чтобы вращать и увеличивать карту. С карты вы можете раздавать приказы, идти, атаковать и тому подобное. Компас очень полезен, особенно если вам нужно сойти с хоженой тропы. Сейчас, друзья, разберемся с монстрами. Так, здесь у нас что, вилы? Вилы нам не нужны. Хотя ладно, давайте возьмем. Ну, стоят они копейки. Потом разберемся, что с ними делать. Сейчас давайте откроем карту. Вот так вот она выглядит. На карте карта вполне интерактивна. Видите, здесь можно также отдавать приказы. Вот так вот ее приближать, вот так вот удалять. Так, вот мы обошли озерцо, то, что я, собственно, и планировал сделать. И сейчас давайте вернемся к тому дому. Блин, собака больно кусается. Как вы помните, играю на среднем уровне сложности. Так, вот это уже может быть опасно. Давайте... Большинство зданий имеет несколько этажей. Не забудьте поискать лифт или лестницу, когда войдете внутрь. Поскольку я сейчас один, друзья, умирать мне крайне нежелательно, потому что не найдется того персонажа, который бы нас исцелил. Так, персонаж Набат увеличил умственное развитие. Это приятно. И там у нас ум уже равен 11. Это у нас увеличило набор маны аж до 55. Вы представляете? Был у нас порог 30, а стало аж 55. Чуть ли не вдвое. Это круто. Так, золотишко подбираем. Правило такое. Сначала разбираемся с монстрами. А потом уже смотрим припасы. Умри. Вот за магов играть проще и лучше в том случае, когда вас атакуют дистанционные монстры. Ух ты. Какие-то мощные хрены. Так, главное, чтобы нас в домике тут не заперли. У нас здесь малое зелье лечения. Шкафчик не открывается. Нет, куда ты побежал?
шкафчик, к сожалению, не открывается. Здесь ничего нет, и поднимемся на второй этаж. Магические доспехи, друзья. Новое колдунство. Больше здесь взять нечего. А, нет, подождите. И выпадает история склепов. Так, ну здесь, мне кажется, вполне спокойно. И мы можем посмотреть, во-первых, что это за магические доспехи. А, природная магия окружает цель оболочкой магической энергии, добавляя 2 пункта доспехам. Неплохо. Одиночное использование необходимо. Навык природной магии 3 уровня. К сожалению, сейчас не можем. Длительность на один раз 261. Это что, секунда, интересно? Затраты маны 7. Хорошая вещь. В принципе, можем поставить ее сюда, но пока, видите, она красным выделена, потому что мы не можем использовать. И мы нашли историю склепов. Как ее прочесть? Вот таким образом. Ох, как мелко. Придется напрячь зрение. Итак, история склепов. К югу востока от города Стоунбридж находится самое почитаемое место захоронения во всем королевстве Эйп. Там похоронены короли и королевы, командиры, высшие маги и герои 10-го легиона. Это место стало священным для 10-го легиона во времена сражений против тирании секов. Склепы священной крови были построены на месте самой кровавой битвы во времена освобождения. Узрев последствия битвы, командующий легиона Карес Нюанли приказал очистить это место и провести захоронение. «Все, чем мы можем теперь дорожить, досталось нам ценой этой крови», — сказал он. В течение многих веков богатейшие семьи надстраивали этаж за этажом, секретные ходы и ловушки, дабы уберечь своих умерших родственников от грабителей. На сегодняшний момент склепы считаются непроходимыми, а все захоронения производятся на прилежащем к ним кладбище. Вот такие интересные моменты. Кстати, многие книги являются очень полезными в плане того, что могут пролить нам свет на некоторые сокровища, которые спрятаны тут или там, в этом королевстве. Не забывайте периодически сохранить игру. Для этого нажмите кнопку «Открыть меню игры», а затем «Сохранить игру». Кстати, здесь есть и быстрое сохранение. Давайте перезапишем. Так, обежим вокруг дома, может что-то здесь интересное найдем. Ой-ой-ой. Собачка, так, лохмотья какие-то находим. Название, конечно, как бы не производит должного впечатления. Так, завалили ее. Но, на всякий случай осмотримся. Так, да, защита единичка, это фигня. Пока все носим с собой, пока инвентарь позволяет. Когда-нибудь мы дойдем до какого-нибудь поселения, встретим торговца и попытаемся ему продать все, что мы тут заполучили. Так, ну здесь ничего интересного нет. Кроме вот этих тварей, на которых мы качаем опыт. Мухи разлетаются вообще в лед. Пока вроде все нормально идет. Так. Тут мне кажется, или здесь есть какая-то пещера? Нет, мне кажется. Ладно. Тихо-тихо-тихо, мухи. Многим игра может показаться несколько скучной, однообразной, но это, уверяю вас, только такое поверхностное, как так сказать, мнение. Я первый раз познакомился с этой игрой, по-моему, в году 2003. Пришел в гости другу, и он вот в нее играл. Так, пещера. Перед пещерой всегда следует сохраняться. F9 у нас быстро сохранение. И вот тут в нее играл. Я тоже так со стороны посмотрел. Говорю, да что такое? Ты только и делаешь, что мочишь и мочишь мобов, которые лезут и лезут. В чем смысл? О, медведь. Медведь, друзья, это всегда опасно. Вы видите, у него здоровье 50. Мы еле отняли до 35.
А урон у него, будь здоров. Так, ну уже больше половины сняли. Что-то он тупит почему-то. Еще чуть-чуть. Ох, вот это он разочек нам врезал. Все, завалили. И в доспех. Что за доспех с него выпал? Алтана, защита 25, а еще плюс 5 здоровья, друзья. Ну, вообще супер, согласитесь, мы не зря сходили в эту пещеру. Не зря рисковали. А повторяю, что сейчас риск очень велик. Тогда, когда нас будет уже несколько, то друзья смогут меня исцелять. Есть и тут заклинания воскрешения, которые, кстати, могут использовать не обязательно маги. То есть, вернее, не заклинания, а свитки с заклинаниями. Свитки могут использовать все, поэтому можно найти эти свитки или закупиться ими. И друзья всегда смогут меня поднять. Ну или же, если остался в живых природный маг, у него будут заклинания воскрешения и также восстановление здоровья. Ну а пока мы должны очень и очень быть аккуратны. Вот видите, наше любопытство было вознаграждено. Мы нашли крутой доспех. Вот так вот он выглядит. Ну, судя по всему, он кожаный. Да, при близком, конечно, приближении видно, что графоний не очень. Но, повторяю, для 2002 года было очень круто. Итак, я продолжу рассказ о том, как я первый раз познакомился с этой игрой. Я пришел к своему другу в гости. Он как раз гонял гоблинов тут, этих всяких. Я посидел где-то полчасика, говорю, что-то какая-то фигня скучная. Одно и то же. Он так загадочно улыбнулся, говорит, я тоже так думал, когда я где-то посмотрел эту игру. Так, молния. Ну, то же самое, друзья. То есть, то заклинание, которое мы используем, здесь их совмещать, к сожалению, нельзя. Ничего от этого не меняется. А, и мы не можем второе точно такое же заклинание добавить в книгу. Чтобы сэкономить себе место. Ладно, пусть лежит в инвентаре. Но удивление дешево стоит. Кстати, видите, если мы поднимем уровень природной магии до 2... то у нас повысится урон от молнии, что понятно, но также и затрата маны уже станет 2. Но нам это не страшно, у нас уже запасы маны равны 55, поэтому мы вполне себе можем позволить такие траты. Так, постой на месте, пожалуйста, и отсюда погоняй этих комариков. Так вот, да, он загадочно улыбнулся. Это какая-то мега-муха, что ли? Самка фраков, здоровье 15, ну 15 не очень много. Видите, она так еще подсвечивается, типа мини-босс. Ну давай же. У нее защита, видать, от магии. Что-то мы совсем ей мало наносим там по единичке. Топорик с нее выпал, нам это неинтересно. Так, друзья, и нам сюда. Здесь так выполнена карта, что практически на ней заблудиться невозможно. Есть, конечно, ответвление для там всяких доп-квестов и всяких секретов, сундуков. Но в основном... Так, колпак, друзья. На голове моей колпак. Да-д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 а. Защита 1 и больше ничего. Ну и ладно. Так, значит, так. Но колпачин будет враг. Так, о чем я? О карте. Я так много хочу рассказать, что постоянно путаюсь и прерываюсь друг друга. Надеюсь, это вас не бесит. Так вот, да, карта сделана так, что по ней невозможно заблудиться. И, грубо говоря, это просто такая большая и длинная кишка с ответвлениями. Вся карта из себя представляет. Но мне это радует, друзья. Я люблю такое. Я, честно говоря, даже бы вот хотел, чтобы вышла какая-нибудь современная игра, вот которая представляла бы собой вот такую вот длинную и карту. Ну, обязательно, конечно же, живописную, атмосферную. Мне вот просто, знаете, нравится. Это просто вот... Я очень люблю атмосферу уже, который раз говорю. Я просто представляю себе, вот, как действительно фермер вышел из дома. И сначала он идет по лесам, по... где уже привык ходить, по протоптанной дороге. Потом вот он попадает куда-нибудь в то место, где никогда не был.
лес становится там темнее, деревья чаще, гуще становятся страшнее, монстры выпадают страшнее. Это вот такая атмосфера, такой вот дух странствий, дух путешествий, он присутствует в этой игре вот, при вот таком вот построении карт. Мне это очень нравится и очень доставляет. Правда, очень атмосферная игра, я очень, правда, очень ее люблю. Так вот, да, как я ее полюбил. Друг улыбнулся и протянул мне диск с этой игрой. Ну, я посидел у друга до вечера и с диском пошел домой. И где-то уже, наверное, в 10 часу вечера, думаю, ну так, поставлю игру, посмотрю, пойдет, не пойдет. А в те годы, конечно же, вы знаете, а если не знаете, я вам расскажу, что не факт, что игра у вас пойдет. Даже если вы там, у вас компьютер соответствует всем требованиям, тогда очень часто и густо требовались значительные танцы с бубнами, а иногда и танцы с бубнами не помогали запустить игру на компе. Она могла быть лицензиозной, нелицензионной, ничего, ни от чего не зависело. Всегда какой-то элемент случайности имел место быть. Так вот, да, игра пошла. Я буквально зашел в нее посмотреть, как там создавать персонажа и т.п. и завис, друзья. Я просто залип в этой атмосфере. И залип до 4 утра. Это несмотря на то, что мне на следующие сутки надо было, как сейчас помню, в 6 утра уже вставать. Вот такая вот игра. Так что я с огромным удовольствием спустя столько лет в нее вернулся. И прямо сейчас огромное удовольствие испытываю. Так, чтобы поговорить с кем-то, щелкните его или ее изображение левой кнопкой мыши. Вы будете часто встречать людей, нуждавшихся в помощи. Любые задания, которые они вам дадут, будут записаны в вашем дневнике. Чтобы посмотреть дневник, нажмите кнопку «Дневник», что логично. Если кнопка «Дневник» мигает, значит обновилась запись о заданиях. Так, кто у нас тут? Мужик какой-то. Ну, он повалил всех нарушителей его владений. Мне показалось, что вы собирались в Стоунбридж узнать, что натворили краги. Если найдется минута, чтобы помочь соседу, я хотел бы попросить об одном одолжении. Я согласен. Когда я понял, что краги атакуют нас, я хотел спрятаться у себя в подвале, но они уже ждали меня там. Если вам нужны припасы для дороги в Стоунбридж, то не могли бы вы очистить мой подвал от этих тварей? Тогда я смогу вам помочь. Конечно же, мы согласны. У нас новое задание, стороннее. И мы должны очистить подвал Эдгара. Очисть подвал Эдгара от крагов и собери припасы для путешествия в Стоунбридж. Конечно, легко и просто. Как раз я собирался туда идти. Неплохой такой подвальчик. Видно, что с любовью сделано. Сапожки, друзья. Примеримся. Защита 1, да. Все лучше, чем те, что у нас были. Которые дают защиту всего лишь 0. Так, здесь ничего. Краги. Ну, неплохо пока получается. Так, мало зелья маны. Ух ты, ничего себе! Ну, немного их так вот потроллим. Хотя, в принципе, видите, уже и урон он нам не сильно особо наносит. Это Мусащир Бранкар. Какой-то особо элитный краг. И задание выполнено. Так, собираем все. Смотрим, что у нас здесь. Ага, лук уже не лезет в инвентарь. Вот, друзья, сейчас уже надо будет думать, что нам брать, что не брать. Конечно же, лучше брать то, что подороже. Это и козе понятно. Сейчас всякую дешевку повыкидываем, которая там по копейке стоит. Уже и зелье лечения не лезет. Ну ничего себе, вот это мы захламились. Мешковина, ладно. Смотрим. Так, 7 за вилы дают, 18 за лук, 5 за дубину. Поэтому дубину давайте выкинем, вилы возьмем себе. Этот лук 9,
Лук 18, всего лишь 2 за топорик, топорик до свидания, 2 за сапожки, ножка стула. Это оружие, друзья, оказывается, вы представляете, ножку стула выкидываем. История склепов, 1 всего стоит, мы ее прочитали, она нам, думаю, не нужна. Так, 3 за этот кинжал ржавый, за эти по 4, ну пока оставим, в принципе, 10, 10, 9... 3 за костлявую дубину, за нож 3 тоже выкидываем. Так, вот здесь есть кнопочка «Упорядочить инвентарь». Ну, вот более-менее мы порядок тут навели. И можем продолжать движение. Не забывая сохраняться. Так, что за мешковина, глянем. Мешковина, защита 3, но у нас защита, извините, 25, так что... Ладно, стоит она 11, пока ее оставим. Так, крестьянский лук. Крестьянский лук стоит 6. Скорее всего, скоро его придется выкинуть. Эй-эй-эй, ты зачем так делаешь? Почему-то он переключился на атаку. Так, секрет, друзья, секрет. Находим вот так вот, видите? Любопытство здесь вознаграждается. Так. Собираем все, пока лезет. Потом будем думать. Перчатки сразу одеваем. Вот они по автомату одели. Защита на 2, отлично. Опа, друзья, и мы нашли посох. Низкая скорость атаки, двуручное оружие, урон от 6 до 8, среднее повреждение за 10 секунд 56, 10% к шансу блока рукопашной атаки. Но это если в случае в том, если атаковать посохом. Так, я думаю, вилы мы, наверное, выкинем. Хотя 7 они стоят, может тут что подешевле будет. 6, 7, ну вот эти ножички по 4, я думаю, повыкидываем. То место дофига занимают. Так, тупые кинжалы, прошу прощения, мы повыкидывали. Так, задание выполнено, не знаю, надо ли мне докладывать этому человеку, но он недалеко, поэтому проверим. Так, и здесь заклинание магии, боевой магии под названием «Пиявка». Требует второй уровень, но, чтобы сэкономить место, положим его сюда. На всякий случай давайте прочитаем. Высасывает 3 здоровья врага и передает его заклинающему. 3 очень мало. Урон 3. Среднее повреждение за 10 секунд всего 16. А мы уже за 10 секунд 55 хреначим повреждения. Дальность 6 маленькая. А затраты маны целых 7. Ну понятно, что реген идет, конечно, от этого использования, но тем не менее... Лады. Да что ж такое? Что ж ты вечно переключаешься? А, я понял, когда меняешь. Так, что факел нам даст? А, он просто зажигается. Когда ты меняешь оружие ближнего боя, либо на какое-то другое, персонаж автоматом переключается на новый вид вооружения. Ну да, не страшно. Погнали наверх. Как это долго происходит. И я хотел здесь еще вот эту... клавишу использовать. А, понятно, да, просто опускает лифт. Ладно, все, нифига себе подвал, да, такой маленький дом и такой большой здесь подвал был. Но нам это только, как бы, на пользу. Много опыта мы собрали и грималь. Я-то думал, это зайчик, а это какой-то грималь. Так, надо ли докладывать? Давайте проверим. Большое спасибо вам вот за то, что очистили мой подвал. Не сомневаюсь, что вы победите еще много крагов по дороге в Стоунбридж. Обо мне не беспокойтесь, у меня достаточно припасов, чтобы пережить грядущие времена. Спасибо тебе, добрый человек. И, по-моему, он нам дал... мне показалось, что он нам дал средние склянки, они так выглядели, по крайней мере, на карте. Но нет, он дал нам малые склянки зелья. Средние склянки, значит, чуть попозже появятся. Отлично, давайте сохранимся. Погнали. Дальше. Пока
ничего интересного не вижу. И вот погнали. Щербатый Клавдий. Что это такое? А, меч. От 3 до 11. Неплохой меч, но стоит что-то дешево. Опять у нас захламление инвентаря. Скоро придется нам совсем разбираться. Скорее всего, я повыкидываю все эти луки там по 6, по 7, которые стоят. Тут уже поинтереснее стали вещи выпадать. И у нас увеличение уровня, друзья, поэтому давайте поставим игру на паузу и разберемся. Так. Природная магия 2. Магические доспехи до сих пор не можем использовать. Но теперь у нас уже молния от 6 до 9 урон наносит. Правда, затраты манны 2. А за 10 секунд целые 7-6 повреждений. Здорово. Так, давайте себе возьмем самый лучший лук. Самый дорогой, вернее. Вот он, за 18. Остальные, думаю, повыкидываем. Вот этот длинный гнутый подберем, я думаю. Так, ну, вилы за 7 тоже фигня. Это за 7 фигня. Давайте то, что дороже 10 монет, будем носить с собой. 10 или больше. Остальное как-то мне. Заклинание тоже за пятерочку продаем. Так, здесь вот так все. И длинный гнутый лук ставим подобрать после паузы. Да, он за 18. Вот точно такой же мы имеем. Ну, примерно вот как-то так. Видите, персонаж переключился на лук. Нафиг надо. Все, пошли дальше. Здесь пока карта, видите, вообще как кишка. Поэтому нам отходить даже и некуда. Мы с двух сторон видим горы. Идем, соответственно, по ущелью. Ну, краги тоже, кстати, видите, увеличивают свою мощь. Здесь здоровье у них по 12. Давайте запомним. И пойдем чуть дальше, посмотрим, сколько у новых наших противников будет здоровья. Так, я хотел увидеть дальность молнии. Нет, она не увеличится, к сожалению, с ростом уровня владения магией природы. Как было 8, так и остается. Конечно, хотелось бы подальше, чтобы держать, так сказать, врагов на расстоянии. О, нам попался какой-то маг-крак, вы видели, да? Атаковал нас на расстоянии молнии. Но его молния была хуже моей. Это было, по-моему, очевидно по результатам сражения. Наверное, нулевого уровня у него природная магия. Так, здесь тоже человека убили. Еще один маг, смотрите. Вообще сложился моментально. Ну, давай. Иногда, видите, персонаж подтупливает. Приходится его подправлять. Но в основном действует вполне себе грамотно. Так, у собаки здоровье 12. Пока собака не выше, чем краги по здоровью. Так, вот тут какое-то ответвление. Давайте глянем. Пещерка какая-то. Тихо-тихо, близко слишком подбежал. Здесь есть клавиша S, которая останавливает любые действия персонажа мгновенно. Надо просто не тупить и ее использовать. Тупой кинжал сейчас глянем, но, скорее всего, туфта. Тупой кинжал. Да. 4 копейки стоит, нафиг надо. Так, аккуратненько заходим в пещеру. О, это какой-то главгад, видите, он подсвечен. Здоровечко у него 28, но бронька у него хорошая. Хотя он нам тоже надо отдать должное. Практически ничего не наносит. Ну все, сейчас он сложится. Но это все благодаря, конечно, нашему доспеху на 25. Довольно-таки круто все это на нас сидит. Так. Вот это дело мы собираем. Лишнее не собираем. Осмотримся, что тут у нас новенького появилось. Доспех, 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 доспех. А что же с него выпало? Лук туфтовый. Нет, ничего интересного, к сожалению. Ладно, погнали дальше. Thank you.
О, видите, о чем я говорил? Ловушка в ящике, ну... Вообще, смешной урон нам нанесла. А, тут еще враги. Ладно, давайте не буду пока отбегать, пока урон, в принципе, слабенький нам наносят. Так. Опять ловушка, вы видите, в ящике была. И здесь ловушка. Что такое? Вообще, в принципе, складывается элементарно. И здесь пусто. Чё я сюда ходил? Непонятно. Вот такие тоже интересные казусы бывают в игре. Даже есть случаи, когда можно победить ледяного дракона очень мощного, а за ним будет ящик, и ты такой же, потирая руки, открываешь его, а там пусто. Вот. Разработчики, так сказать, не лишены определенного чувства юмора, надо отметить. Тихо, тихо, тихо. Вот такие приколы тоже бывают. Давайте, враги, когда видите, окружают, лучше этого не позволять им делать, лучше их в линию вытягивать. Ну, видите, собака нам уже, в принципе, вообще не опасна. Видите, некоторые враги отстали, что нам, в принципе, позволило отбиться совершенно спокойно и свободно. Ну что ты, атакуй. У нас здоровочка... А, здоровочка у нас тоже растет. 63. А, это же у нас добавляет 5% к здоровью. Странно. Ну-ка, давайте снимем ее. Здоровье 58. А было 40 в самом начале игры. Сила у нас не увеличилась, ловкость не увеличилась. Может, ум тоже как-то влияет на здоровье? Но здесь написано, что он только увеличивает количество манны. Больше у нас на здоровье ничего не влияет. Довольно-таки странно, друзья. Но мы получили новый уровень, как бы не общий, да, ученик. Мы были просто фермером. Может, из-за этого возрос уровень здоровья. А может, здоровье растет независимо от того, какой мы навык увеличим. Силу, ловкость или... Такое тоже вполне может быть. Так, давай, мочи. Ну, не тупи. Нет, я же тебе с ближайшего надо. Хотя это я сам виноват. Я показал ему мочить этого персонажа. Пока легко... Ой-ой-ой, зачем же ты взял тупой кинжал? Пока легко, но это не значит, что так будет всегда. Монстры здесь прогрессируют, поэтому не надо про это забывать. И так вот, шапка закидательское отношение здесь не проканает. Есть уровни, которые очень сложные. Даже не знаю, чем это обусловлено. Допустим, вот есть будут пещеры с гоблинами. Я помню, я очень намучился в них. А потом вышел из пещеры, и как бы вроде и полегче стало. То есть вот такие вещи тоже есть. То есть не всегда, чем дальше ты идешь, тем сложнее и сложнее. То есть очень творческие разработчики подошли к задаче, так сказать, увеличения силы монстров. О, смотрите-ка, за водопадиком кое-что спрятали. Золотишко. Так что это тоже радует. Вообще, игра как бы вся вручную создана, это видно. Все локации, монстры все расставлены вручную. Практически все предметы в сундуках. Очень здорово. Так, не будем забывать, друзья, смотреть на указатели. Они здесь интерактивные. Это фермы, откуда мы пришли. Это скрепы священной крови. Вы помните, мы о них читали в книге. Считаются они непроходимыми, имеют много уровней. А это в город Стоунбридж. Но, друзья, судя по всему, мы туда не попадем. Мост-то разрушен. Давайте поговорим с этим человеком. Это Скардис. Проклятые краги. Я знал, что они безмозглые твари. Но не до такой же степени. Они сожгли мост. Теперь единственный путь в Стоунбридж через старые склепы. Я туда не пойду. Это уж точно. Ну... Ты не пойдешь, а я пойду. У нас новое задание в дневнике. Так, посмотрим. Найти друга Норика Гьорна в городе Стоунбридж, воспользовавшийся старой дорогой через склепы. Бррр, ужас какой. Ну что ж, друзья, пойдемте поищем, где эти самые склепы.
будем забывать сохранить игру. Здесь у нас какие-то ответвления. Где ты? Это волк Грей. Новые виды монстров. 18 здоровья у него, видите, уже, в принципе, на треть больше, чем у тех монстров, что нам встречались ранее. Так что прогрессирует. Ну и мы не стоим на месте, так что... Так, а что у нас здесь? А ну-ка попробуем. Нет, к сожалению, не пройти. А я уж подумал, что какой-то тайничок. Последний раз играл, да в смысле я, что значит последний? Первый и последний, я всего один раз играл в эту игру. Она хоть и великолепная и замечательная, но определенно это не та игра, которую, конечно же, хочется проходить каждый год, ну скажем, как Готика. Но тем не менее, в 2000 где-то, наверное, четвертом я году, поэтому, ну, практически ничего не помню. Никакие ни ответвления, ни сюрпризы, ни припасы. Не сокровища. Ух ты, целая стая волков. Это может быть опасно. Сказал я и положил палец на букву H, чтобы, если что, вовремя выпить склянку. Пока вроде ничего. Кусает там что-то, конечно, но... Вполне себе терпимо. Так, куда вы убегаете, волки позорные? Идите сюда. Давай. По одному это самое то. Хотя они бегали втроем. Но так мне даже проще с ними будет справиться. Какие-то они как будто призраки, вы видите? Какие-то они прозрачные. Странно прозрачные. Здесь вроде ничего. Ух ты. По 12 здоровья. Так, шипованная палец. Это может быть неплохо для продажи. Ну-ка глянем. А, нет, это фигня, друзья. 5 единиц золота всего. Склепы, смотрите как. Опять-таки пиявка. Ну, пиявка у нас уже лежит. Стоит 20, правда, поэтому ее оставим. Как склепы священной крови, чтобы мы не заблудились. Вот такие вот здесь сделали надписи. И вы видите, что... А это что у нас такое? Олень. Ух ты, как здорово. Надписи, видите, прям текстурами переведены на русский язык. Очень здорово. Игра, когда вышла, получила очень хорошие отзывы. И... Ох ты, какой-то суперволк. Ой ты, ну-ка. Давайте не будем им давать так сильно нападать на нас. Где там суперволк, идет или нет? С синим цветом, который был подсвечен. Вон он, сейчас подойдет, я думаю. Как раз мы с ними разберемся. Пока вроде все удачно складывается в нашу пользу. Так, ну давай. 30 единиц здоровья имеет. Кусает так себе, скажем. Кто, мы или он? Я думаю, мы должны успеть. Есть, завалили. На всякий случай давайте выпьем зелечко здоровья. Маны не будем, мана, в принципе, довольно-таки быстро регенит. Так, 39 золота. Так вот, да, оценки. Зарубежные издания не помню, но вот у нас игромания, если я не ошибаюсь, 8 из 10 поставила. Это круг... О, кстати, зря я зелье выпил. Этот круг исцеления. То есть, вот пока ты в нем стоишь, у тебя с дикой скоростью регенит здоровье. В принципе, можно этим пользоваться, но, скорее всего, это против волка было поставлено, этот круг. Как раз надо было, когда с волком я сражался, забегать туда. Ну, мы и так справились, чё? Все, тут дальше уже идти некуда. Темный-темный лес. Муха. Здесь, в принципе, мы ничего не пропустили, я думаю, да? Ну, можем чуть-чуть отбежать. Ну, нет.
Мухи складываются вообще моментально. Так, и по-моему мы уже близко ко входу в склеп, либо что-то типа такого. Какой-то здесь лагерь, видите? Сейчас будем посмотреть. Пиявка опять-таки. Ну стоит дорого, пиявку берем. Этот карак что-то жестко тупит. Я его ящики бью, а он и не думает на меня нападать. Это был ученик мага. Так, давайте освободим всех этих. Ага, а они на меня, вот в благодарность. Смотрите, какая благодарность. Мы этих мух освобождаем, они вместо того, чтобы спасибо нам сказать, нападают на нас. Ну и ладно, по крайней мере мы с них опыт получили. Что еще с мух возьмешь, так сказать, кроме опыта? Ну же. Вот эта дальность ранжируется вот этой вот самой свободной атакой. То есть если ее ставить там, вернее, вот этим сражением. Если ее ставить совсем безбашенным, то персонаж будет бежать в каком бы месте враг не находился. А так он имеет какую-то все-таки дальность агрессии. Так, склепы туда, но здесь какое-то ответвление ведет. Мы его обязательно сейчас проверим. Давайте вот этих мук сагрим, чтобы они потом не мешались там. И пойдем вот сюда сходим. Посмотрим, что у нас здесь. Какая-то статуя. Да что это такое за шарик летает? Или это какая-то фея? Так, что за статуя? Ее можно использовать. А не это ли вход в подземелье, друзья? Как вы думаете? Тогда я сейчас туда схожу, проверю, что там. Хотя, может быть, это просто... Ну, давайте... Так, это просто фея, да? Пикси дарит вам ману. А, это дружественная нам фея. Вы гляньте-ка. Итак, ну давайте на секундочку зайдем в этот подвал. Если это вход подземелья, то я выйду сразу же из него. Блин, даже не знаю, как это понять. Большой этот подвал или маленький? Так, гаргульи. Новый вид монстров. Распадаются. Так, друзья, похоже, что это тот самый вход в эти подземелья, куда нам и надо идти. Тогда мы проверим ту дорогу. А что же указатель? Надурил нас? Или я неправильно посмотрел на него? Ну-ка. Сейчас мы этот указатель разъясним. Где он был? Вот он. Склепы и показано туда. Фу, елы-палы. Может, все-таки то подвал для разграбления? Сейчас будем посмотреть все внимательно. Хотя вроде дорога... Так, мы увеличили показатель умственного развития. Давайте сейчас проверим сразу наше здоровье. 73. А без куртки 67. Да, увеличивается наше здоровье с каждым ростом показателя. Даже если этот показатель ум. Так, друзья, мне кажется, придется возвращаться. И то... Боковое какое-то ответвление, которое нам, скорее всего, нужно будет проверить. Сейчас еще чуть-чуть буквально пройдем. Ой, зачем я ману выпил? Я по привычке нажал М, думая, что это карта, но это не карта. Да, друзья, давайте вернемся. Пройдем до конца эти склепы. Вернее, не склеп, судя по всему, это подвал. Так, где он тут был? Здесь где-то, да? Вот он, вход в подвал. Значит, мы здесь должны найти что-то интересное, я надеюсь. Как-то страшновато.
Пока что-то дюжи пусто. Ух ты, ну-ка. По 8, ну, в принципе, быстро и легко разлетается. Так. Ух ты. Скелеты по 20. Это может быть опасно. Отбежим. Не хочу, чтобы он по мне попадал. Так, палка пахаря. Золотишко. Какая-то булава. Так, если встать, мы вниз поедем? Нет, мы вниз не едем. Ну, собственно, и все, что было в этом склепе. Сейчас проверим наши находки. Правильно мы сделали, что сюда зашли. Итак, у нас здесь... О, да это какой-то крутой посох. А ну-ка. Палка пахаря. Низкая скорость атаки. Двуручное оружие. Урон от 13 до 15. Среднее повреждение за 10 секунд 112. Требуется ум 12. А у нас ум как раз 12. Отлично. И плюс 1 маны за удар. Цена продажи 23. Возьмем. Так, 11. 7. Значит, выкидываем. 18. Ну и тут бронька. Давайте по 10, которая... Хотя нет, ладно. Потом посмотрим. Как-то так. Да, как-то, в принципе, вот так. Вот такая у нас палочка теперь есть, выручалочка. Но мы работаем только при помощи природной магии, поэтому погнали дальше. Палка для того, чтобы качать боевого мага. Он, ну, посохи. Ну, боевой маг это в основном, конечно же, с бафами, которые ходят и лечит себя. Так, все, теперь мы точно знаем, куда нам идти. Опять вот эта птичка, вернее, фея, которая дарит нам ману, но нам мана пока не нужна. Так, здесь вроде пока ничего интересного не вижу. О, скелеты. Я думал, это они только в пещере в качестве такого страшного монстра находятся. Они уже и здесь появились. Так, надоедливые мухи. Эту статую нельзя трогать. Ну, здесь, в принципе, вроде идти пока некуда. Ответвлений боковых нету. Ух ты, маг боевой магии. Куда пошел ты? Мы не договорили. А вот, судя по всему, и вход в склепы. Ну, сейчас мы тут все оббежим, конечно же. Но, судя по всему, от судьбы не уйдешь. И нам туда. Так, опять эти... Всякие жизнь нам дарят эти феи добрые. Так, или нам сюда... Дорога ведет дальше. Сейчас все проверим. Так, какие-то кожаные сапоги мы находим. Так, кожаные сапоги на единичку защиты. Ну и такие же мы носим. Стоят они 3, поэтому до свидания. Тут, наверное, больше там мы ничего и не найдем, да? Ну, может, еще пару монстров. Но, видите, пара монстров тоже имеет значение. И мы можем теперь на себя даже броньку накладывать. Давайте посмотрим, сколько она держится. А, я забыл, что она там нам дает. Добавляет 2 пункта к доспехам. Ну, неплохо. Вот так вот. Волчары позорные. Даже сквозь броньку больно кусается. Жалко, заклинание лечения мы еще пока не получили. Так, шутки шутками, а можно и подпить, я думаю.
Так, что здесь? Есть что-то интересное? Так, недалеко ли мы от того входа отошли? Судя по всему, нет. Здесь больше мы ничего не находим. Наверное, скоро уже будем заходить мы в эти... в этот склеп. Поскольку, наверное, больше ничего и не остается нам. Здесь больше ничего интересного нет. Куда можно пройти? Ну, тут по краешку еще пробежимся. Но нет, видите. От судьбы, так сказать, не уйдешь. И все дороги ведут в склеп. Автосохранение перед склепом. Мир, друзья, совершенно бесшовный. Видите, в любые здания, в любые подземелья мы заходим. И никаких загрузок, подгрузок новых не происходит, что, конечно же, радует. Ну что ж, друзья, думаю, для первой серии достаточно. А разведать склеп мы уже будем в следующей. Ну что ж, я желаю вам тогда всего самого доброго и всех благ.